Сегодня республика простилась с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Иннокентием Макаровым. Гражданская панихида прошла утром во Дворце спорта 50 лет победы в столице республики. Иннокентий Макаров был добрым, отзывчивым, талантливым человеком. Патриот своей республики, он достиг выдающихся результатов не только в спорте, но и в сфере предпринимательства и строительства. Многим помогал, был меценатом и попечителем. На него равнялась молодежь. Благодаря Иннокентию Макарову реализовано множество городских и республиканских инициатив. В 2008 году он организовал садово-огородническое некоммерческое товарищество «Сатал», которое служило примером для многих товариществ России. С 2010 года был вице-президентом Федерации кикбоксинга республики. В 2011 году был награжден знаком «Гражданская доблесть». Это очень тяжелая утрата для всех нас, тяжелая утрата для республики. Мы всегда будем помнить Иннокентия Васильевича таким, каким он был. В то время мы подготовили Артура Сергеева, который стал двукратным чемпионом России и финалистом Европы. Ну и Иннокентий Васильевич являлся инициатором, организатором открытия отделения кикбоксинга нашего учреждения.